перед началом вашего досмотра предлагаем добровольно выдать запрещенные вещества, предметы, документы на территории Российской Федерации, если, соответственно, таковые имеются при вас. Да, имеются. Где? Так, говорите, где сотрудник полиции? Сумки. Сумки, да? Вот в этом кармане три маленьком. Так, вот большой карман в пакете. Еще вот. Так, еще вот здесь. В кошельке. Кошелек. Раскрывать. Вот. Все на стол выкладываем. Это все? Что за свертки? Что за свертки? Пояснить можете? Да, могу. Что там находится? Спайс находится 2,5 грамма. А что они у вас сделали? Для чего приобрели? Не приобретала, а забрала, чтобы разложить их. Забрали большую для того, чтобы в последующем разложить, да? Сколько здесь должно быть? 5 по 5 грамм и 19 по 3 грамма. А где разложить-то должны были? В любом районе.